Дискуссионная площадка по вопросу реализации 44-го федерального закона для малого и среднего бизнеса состоится 10 июля. Участники обсудят основные проблемы малого и среднего предпринимательства и специфику реализации закона в Ненецком округе. Инициаторы встречи – рабочая группа общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» и представители Управления Федеральной антимонопольной службы обсудят основные проблемы в сфере участия закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг. Выявить какие-то особенности участия субъектов малого бизнеса в закупках и в торгах, поскольку постановлением правительства предполагается, что 15% закупок должно быть осуществлено у субъектов малого бизнеса, попробовать у предпринимателей выяснить, что же их отпугивает от этой сферы, что им мешает активно, более активно участвовать в торгах. По завершению дискуссии будет выработано предложение о дополнительной поддержке предпринимателей округа. Мероприятие состоится в зале официальных заседаний КДЦ «Арктика». Приглашаются все заинтересованные представители малого и среднего бизнеса принять участие в дискуссионной площадке.